заговорщицей. Это вполне подходит. Потому что у меня природная грация. Знаете, такая скромная красота. Весьма скромная. Я бы хотел посмотреть, как ты танцуешь. Все маленькие девочки хотят быть балеринами, разве не так? Я помню, что я хотела. Но я была, как-то сказать, чересчур упитанной, помпушкой. Да. Я принесу еще вина. Заставьте ее повести на Значковое озеро завтра. Я? Она сделает все, что вы попросите. Она на вас глаз положила. О чем шепчетесь? У вас какие-то секреты? Я вам не рассказывал, как я был однажды... Как я однажды был... Я был поваром на Северном полюсе. Поваром? Ну, не совсем поваром. Я открывал банки с консервами. Это была арктическая экспедиция. Я стрелял в белого медведя. Не может быть. Но не попал. Зачем вы стреляли в белого медведя? Это же ужасно. Потому что я обнаружил, что он пытался полакомиться приготовленным мною мороженым. А я никоим образом не мог допустить такое воровство. Вы ненормальный человек, Гумочка. Перестань тормошить эту куклу. А теперь мы считаем, что Ло, пора идти спать. А я считаю, что вы свинюги. Ну, в общем, как я сказал, я взял винтовку и наставил ее на медведя. Это меня. Алло? Нет, она занята. Надеюсь, вы простите ее за плохие манеры. Что теперь? Иди и посмотри. Это моя новая танцевальная композиция. Долорес Хейс, выключи эту музыку. Просто бич божий. Вы шлепните ее хорошенько, если она вам мешает в ваших размышлениях.